Всем привет, дорогие друзья! Я вас приветствую. Мы сегодня с вами продолжаем проходить эту сексуальную игрушку. Вот. Под названием The Killing Antidote получается. Будем с вами сегодня убивать много зомбарей, отгадывать загадки. И проходить игру дальше, да? Мы сейчас с вами открыли вход на компьютере. У меня, кстати, не сохранилась игра, мне пришлось ее еще раз пройти до этого момента. Вот, и надо немножко ждать, когда они подходят, потом только их бить, потому что они, бывает, не дамажатся, она бьет полки, а их не трогает. У нас тонет тут какая-то девчонка где-то, и мы сейчас должны ее, я так понимаю, освободить. Спасти ее, наверное, да? Так, тут у нас закрыто, идем дальше. Когда у нас, интересно, первые наряды будут на девчонку, я не знаю, просто... Вы не видели еще всей красоты этой маньяческой игры? Хорошо? Хорошо? Смотрите, ползет, ползет без ноги. Прикольно как сделано, ё-моё. Вот это имба. Ой, я еще одну руку-то не нажал, что ли? Ладно, шут с ним. Пробуем так убивать. Ну их лучше еще контрольным ударом делать, как бы, на всякий случай. Вот видите, что? Он взял и ожил. Я говорю, их лучше побить немного. По ним причем дамаг-то проходит. Так, а у нас есть карточка, да? Она сюда не подходит. А у нас сколько, кстати, патронов с вами? У нас мало патронов, я тут настрелял просто немного. Ну в любом случае можно топором вывозить. У меня, конечно... По хп не очень, я вам скажу. Хилка всего лишь одна. Да не его, не его. Вот этого, да. Ну бей же ты, ну чё ты... Что ты машешь-то? Достать не можешь, что ли? Какая же ты медленная. Я бы уже их убил, блин, всех давно. Она как-то... Я не знаю, как-то машет, непонятно. Господи, у меня здоровья уже нету совсем. На тебе, козёл, и тебе, на... И тебе, и тебе, и тебе. Всё, отрублю всем, так. Блин, у нас здоровья не осталось. Ребята, тут, короче, я вам скажу, эта игра не просто бегалка про дивулю. Это, походу, что-то сложное, реально. На самом деле. Надо было с пистолета душить их, я думаю. Тушить. А не так, как я сделал. Блин, мы же с вами уже тут были. Ё-моё. Ну ничего, пойди с этого места начнем, да? Мне придется пистолет использовать, потому что мы не вывезем дальше, мне кажется. Топориком. Да отстань, говно! Куда его? Ножом ему, на. Ножик забери обратно и его давай вот так вот. Можно же еще кидаться, кстати. Можно же еще кидаться. Ё-моё, блин. Ребята, ну это я, конечно, вообще лох. Это я, конечно, лоханулся. А мне надо было, наверное, сверху спрыгнуть, да? Сюда. Я, наверное, неправильно сделал немного сейчас. Ну ёшкин ты кот, а. Мне сейчас опять туда бежать, что ли? Нереально сейчас бежать все сначала? Так, открываем. Да как, ну что ты прыгаешь-то на меня? Нифига у нее зубы какие, как у этой. Ты где? Это ты? Чупа-по. Такая ругается. Так, ну ладно, давайте сюда спрыгнем. Я просто хз, мне кажется, надо с самого верха прыгать. Вот на вот эту вот фигню. Тут что-то, видите, надо будет сейчас отгадывать. Видите, как она бьет? Она не попадает по нему. Если ты между стен бьешь, нужно его пропустить сначала немножко, потом уже бить. Да с ними сближаться вообще стрёмно на самом деле. Ой, я что-то нашел. Ред кристалл какой-то. Вау. Так, мы нашли флешку.
Хорошо, она где-то здесь за стенами, да? Я-то думал, надо стену прошибить. Вот стена, видите, такая. Мне кажется, надо стену прошибить все-таки. Блин, там обрыв, хз. Что-то я даже не знаю. Так, а вот смотрите, я нашел какой-то проход. Пойдемте сюда зайдем. Как тут неудобно бить, да? Чё ты, дурак? Иди сюда. На тебе, вонючка. Вонючая. Так, нам сейчас нужно искать выход, да? Выход к ней. Лучше бить немного раз. Контрольный удар, да, так сказать, делать. Ребят, пишите комментарии обязательно, подписывайтесь на канал, у нас разные прохождения игр на каналчике. Каждый день видео в 17 по Москве. Вот стараюсь для вас записываю, вы поддерживайте меня, пожалуйста, лайком, подпиской и комментарием. Будет очень приятно. Что вы думаете по поводу этой игры, пишите обязательно. Проходить ли мне ее дальше. Игра у нас висела, первая серия, просмотры не набирала. И вдруг, неожиданно резко, я с утра проснулся и думаю, нифига себе. Какие-то комментарии поперли от вас. Просмотры пошли. Видимо, нас YouTube в рекомендации с вами выдвинул. Выкинул, да? Что, никак туда не зайти, да? О, можно. Хорошо пропилил, хорошо обоих. Хотя нет, вроде правому не... Ой, левому вроде не досталось. Дурак, ты пугаешь, на стене сидит. Не подходит, да? А у нас какие-то штуки есть, смотрите, вот эти вот зеленые мы сейчас с вами подняли. Типа капсул каких-то, да? Что-то интересно за капсула. О. Позже разберемся. Ё-моё. Они еще, смотрите, дамажат сквозь стены. Не, все, я походу умер. Нет, ты так, ты не хиляйся сильно. Открыто. Чуть-чуть злая какая. Так, смотрим, что у нас в туалете. Так, никто не какает тут. Нет, никто не какает. Все хорошо, значит. Так, идем дальше. Так, зайдем сюда. О, патроны. Ну, как в Резиденте, да, такие нычки, знаете. Типа, где-то хоп, патрончики лежат. Тут туалете. Так, делаем зеленая кнопка. Ну-ка, а если сюда вот это попробовать воткнуть? О, подходит. Рубанул его, пока он слазил. Нормально я его рубанул, слушайте. О, ревик. Хорошо. А для ревика такие же патроны идут, интересно, или другие? Я не понимаю, для чего мне нужны компьютеры и как в этой игре сохраняться. Может, вы мне подскажете, ребята, в комментариях? Кто уже смотрел эту игру? Кто знает? Так, тут, смотрите, нужен какой-то пароль. Ага, смотрите, 60, 90. А вот для револьвера нужны другие, да, патроны. У нас какой-то подарок. О, ушки зайки у нас появились. Нормально. Это первая часть от костюма, наверное. Вот этой вот латексной. Латексного зайца какого-то. Я не знаю, для чего тут компьютер реально. Тут, наверное, нужно что-то читать, но... Что мы можем прочитать, если тут на English? А я с English не особо дружу, как бы, и... Вот. Так, сейчас мы двигаемся дальше по сюжету. Идем сюда теперь. Ты можешь достать топор? А, вот. Мы, ребята, вернулись туда же, где и были. Может быть, теперь нужно идти назад? Кто-то мне подсказывает, что нужно идти назад. Либо нужно все-таки упасть на ту стену и в упор ее ударить. Я не знаю, как тут это дело все работает. Может быть, надо идти назад? О, патроны. Из них еще, походу, лут выпадает из зомбиков. Так. Что-то она рассуждает. Может быть, правильно мы идем? Ой, это кто рассуждает? Это не она рассуждает? Это за стеной, что ли, говорит? Ё-моё.
О, смотрите, я куда-то перелажу. Я тут был? Нет, я тут не был. Я же не был тут, да? По-моему, нет. По-моему, не был. Я вот этот плакат видел. Но я сюда не заходил. Давай, залазь. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. У нас, кстати, хилки появляются, ребята. Две хилки теперь есть, хорошо. У нас есть Ревик. Мне кажется, у Ревика прикол в том, что он ваншотить будет. У него, наверное, урончик хороший, слушайте. Слушайте, я куда-то залез вообще. Как я тут вообще оказался? Так. Ну тут что-то у нас написано. Ну что, непонятно? Ну я очень рад, что там что-то написано. Конечно, они молодцы, что написали. У нас тут свет, да, есть, оказывается. Можно включать, выключать. И здесь у нас нужен ключ. О, у нас как раз ключ есть от этой комнаты. Не совсем просто понятно, куда идти и как и что. Короче, тут загадочки, поняли? О, костюм новый. Блин, а чё она это? А как убрать оружие? Фонарик. Во! Вот так можно на превьюшку будет сфоткаться нам. Да, ребята? Вот так вот. Нет? Да, нет? Во, очень хорошо. Очень сильно хорошо. Так, нам нужно, я так понял, сейчас кидать кости, пока не откроется вот эта тема. Так, у нас тут, походу, еще какой-то костюм. Кроссовочки у нас выбились, да? И они сразу, кстати, надеваются. Так, нам нужна какая-то загадка. Так, нам нужно отгадать какую-то загадку сейчас, да? Смотрите, у нас есть кровать. А, на кровати сохраняться. Поняли, чё? Вот он в чём прикольчик-то. Пик. Пик. И чё? Так там, походу, не девка. Там какие-то зомби кричат. Или это зомби, от которых нужно её будет спасти? Нет, подождите, я что-то неправильно делаю. По-любому надо, не так надо. Может, за дверью где-то пароль? Блин. Слушайте, я даже не знаю. Ё-моё. Так, ну давайте я пока разберусь в этой дилемме. Нажму на паузу и продолжим, как я разберусь. Так, смотрите, а может быть нужно делать вот так вот? 3-1. Ага, а кубики как я брошу? Ну-ка, 3-1. 5-5. А может быть, смотрите, когда он не пикнул 5-5? Запоминаем 5-5. И надо дождаться, когда он не пикнет. Может быть, 5-5-5-5? Нет? А как? Он всегда пикает. А может быть нужно, смотрите, типа 5-5 и следующие цифры после 5-5? Или до? Ой, это давайте я это на паузе сделаю, реально. А то сейчас так долго мы будем мучиться, капец. Ребята, пожалуйста, лайки не забывайте, серьезно. Без лайков мы не двинемся с вами. Канал у нас новый, канал у нас фреш, свежий, так сказать. Надо каналчик нам двигать. Я даже вот ради вас вот чисто. Вот так вот буду ходить. Вот, смотрите, смотрите. Смотрите, что, некрасиво? Нехорошо? Нехорошо разве? Вот так вот, нормально же? Идет же? Вот. Ну вот. А с вас лайкосик. Так, у нас есть какой-то ключ еще, ребята. Может быть, мы какую-то дверь с вами забыли открыть? Или этот ключ, он идет универсальный, общий?
и он несколько раз активирует. Я хрен его знает. Я уже устал эти кубики кидать, они уже вниз упали. И мне даже, чтобы вы понимали, 5-5 не выпадало второй раз вообще. Может, когда это 5-5 выпадает, нужно что-то сделать? Это дверь просто толкнуть, я хз. Ладно, пробую дальше. Короче, ребята, смотрите. Два. Три. Три. Шесть. Ой. Нифига ты, какая гимнастка. 2, 3, 3, 6. Поняли что? Складывать нужно цифры, которые выпадают. Ё-моё, какая-то... Какая-то в натуре запара. И ради чего мы здесь? А, да. Мы типа как будто бы дома оказались, да? А зачем? Мы типа можем что-то хранить дома, да? Мы можем что-то скидывать. А зачем? У нас что, место заканчивается? Может быть такое, что у нас закончится место. Давайте скинем джинсы и вот это. Все остальное оставим, да? Да. Можно футболку еще скинуть. Это скинуть, слушайте. Туфли это мы оставим, потому что у нас, возможно, будет костюм зайки в будущем, да? Вот. И как-то так. Теперь давайте сохранимся. И мы реально пришли немножечко с вами не туда, я так понял, потому что... Потому что у нас все еще есть ключ. И мне нужно сейчас будет искать проход какой-то. Какую-то дверь. Какую-то дверь. В которой мы еще с вами не были, да? Так, а мы пришли откуда? Оттуда, да, сзади мы пришли. Так, давайте попробуем тогда сюда слазить. Я вот тут видел какую-то вентиляцию, слушайте. Может, в нее как-то надо попасть? Ну что, навряд ли. Навряд ли, конечно, так. Господи. Может, вы знаете, ребята, куда надо? Не, может, куда-то нужно идти назад, и мы типа как-то с вами откроем что-то типа лифта какого-то, да? Угу. Хорошо. Здесь мы открыли. Снизу, сверху, сверху, снизу. Может быть, нам стоит вернуться куда-то назад? Ой, это когда идет вообще еще? Типа такая тихонечко. В кроссовках она у нас ходит, да? Так, смотрите, какая-то дверь есть. Так, ну мы тут были, да, получается? Капец, куда? Где нам искать выход? Я что-то не особо понимаю, конечно. Опа, смотрите, какая-то дверь. Не открытая. Тут как будто нет электричества, видите? Вот эту штуку черную. Типа как будто надо включить электричество. Здесь нужен другой проход, да? Другой ключ нужен. Значит, наверное, надо где-то искать нам ключ, слушайте. Ну, больно, да, наверное, руки рикошетят неплохо. А вот, смотрите, какой-то ключик лежит. Это флешка у нас. Зачем мы эти флешки собираем? Это, я так понял, что-то типа мини каких-то... О повествовании игре рассказов. А этот рассказ мы читать должны на компьютере, а игра на английском. Вот. Так что, если кто вдруг за English шарит, вы можете паузу нажимать и читать. Я буду проходить дальше. Слушайте, я фиг его знает, что мне делать вообще на самом деле. Кстати, ребята, подождите. У меня пришла небольшая идея. Нет? Блин, я не знаю, что мне делать, реально. Жопа какая-то. Жопа-попа какая-то происходит. О! Да блин, надо как-то, наверное... Какое-то электричество, что ли, включить. Что у нас там наверху есть такое? Так, слушайте, ребята, давайте-ка я пока подумаю. И когда думаю, мы с вами продолжим. А то что-то... Я не знаю, тут загадка на загадке, капец. Я так не люблю загадки в играх вообще. Они вроде бы тут какие-то и несложные, и что-то я не знаю. Ну, может быть, нам тут нужно проползти куда-то. В другое место. Да? Давайте тут проползёмся чутка. Я не знаю, короче.
Я не знаю. Вот здесь патроны у нас лежали, да, справа? Но. А вот сюда мы сейчас с вами вылазим. Хорошо. Опа! Кувыркнулась. У нас же есть еще ворот, блин, на контрол, а я все время забываю. А, мы вылезли туда же, где мы уже и были. Да. Блин, ладно, ребят, думать буду. Буду думать. Конечно, думать и я — это совсем разные вещи, но я постараюсь что-то придумать. Смотрите, баллоны взрываются. Я хотел его сюда подтолкнуть, этот баллон. А он не толкается никак. Что, может быть, нам вот такую штучку какую-то нужно? О! Смотрите, она прилипла с той стороны, да? А для чего они? Оп. Ой, забирать можно. А то я не заберу, прикиньте, она с той стороны. А это что такое? Ой, господи. Это было жестко. Так. Это что-то типа гранатки какой-то? Флешки, что ли? Типа флешки что-то. О, ребята, это жесть, я не знаю, это капец. Может быть, топором попробовать дверь сломать? Но она же деревянная, да? Нифига она не ломается. Ладно, буду бегать дальше. О, я куда-то зашел? Я зашел вот в эту дверь, из которой мы выходили. И вижу там, смотрите, сколько лута, ребята. Значит, туда как-то можно попасть каким-то макаром. Написала, говорит. Какой-то каким-то макарическим образом туда можно попасть. Надо какое-то электричество включать, я же говорю. Видите, кнопки нету. Она черная. Надо, чтобы была желтая или зеленая. Тогда мы сможем зайти. А если будет кнопочка красная, то значит нет. Так. Нам нужно типа какого-то электричества, блин, включить. Да ё-моё, да у нас нет такого ключа, нам нужен ключ. Мне кажется, где-то что-то я, возможно, пропустил просто. Просто нам нужен ключ, а я его найти не могу. Слушайте. Вот, у меня была идея прыгнуть влево. Как бы нам перебраться на ту сторону? А мы сверху бегали? Хоть раз? Были там? Может быть, нам нужно на А4, вот смотрите, А2, А3, А4, и оттуда спрыгнуть сюда, и там уже двигаться. А если я сюда сейчас прыгну? Опа! Не падай. Как я и планировал, как я и хотел, попробовать вот здесь сломать. Тихо, 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 нет! Я понял. Нифига, я ее разбила. Лот гейм. Риа 2. Короче, поехал я, ребята, искать дальше выход. Я не знаю, это такая жесть, игра какая-то запутанная. Но я не привык просто отгадывать эти загадки. Вообще их не люблю, реально. А, вот смотрите, мы сейчас на А3. А тут еще есть лестница наверх. А, она закрыта. Да капец, да куда надо-то вообще? Я не понимаю, блин. Что за жесть? Мать ее. Так. Ладно, думаем дальше. Так, ребят, я вернулся вот сюда уже к компьютеру, где мы с вами жмякали зеленую кнопочку, чтобы открыть дверь. Здесь открыл шкаф, тут ничего нет. Так, решетка 520. Тут, наверное, какой-то пароль нужно, чтобы открыть этот шкаф. И я подразумеваю, что в этом шкафу этот голубой ключ как раз и лежит, бирюзовый. И вот здесь нам еще нужно открыть двери. Ну а как решетка 520? Давайте я попробую подобрать пароль и первую цифру любую ставить. Ну то есть все равно какая-то цифра должна подойти. Допустим, решетка — это первая цифра, да? Я буду просто менять первую цифру и подбирать пытаться. А, так тут же прям решетка есть в пароле, прикиньте. А я думал, цифра какая-то, я уже все цифры перебрал, думаю, что такое. Ну смотрите, какой-то нож, патрончики, да? Блин, а тут нету? Блин, жопа. ID персона что-то.
Блин, мне, наверное, стоило бы через жать на паузу, через телефон бы переводить, который по фото переводит, да? Ну да ладно. Так, решетка 520. Может быть, здесь так же? Нет. Вот тут, слушайте, ребята, посложнее. Я слышу, она вот в этой комнате именно, она где-то вот здесь. И никак же туда не попасть нам, блин. Вот в чем проблемочка-то заключается. Туда нам не надо, это просто лестница, мы на нее можем попасть через другой вход, да? Ну и давайте, наверное, у нас серия будет чуть больше, чем 30 минут, чтобы мы с вами подольше поиграли в эту игру прикольную. Единственное, что не прикольно, что тут нужно какие-то коды ходить искать, блин. Ну тут-то вот все понятно и ясно, в принципе. Вот он, код был. Он прям возле. Очень легко. А вот когда какая-то загадка происходит, я начинаю тупить. У меня затуп включается немножко. Ребята, я, если честно, подсмотрел. Вы уж меня, конечно, простите, но... Можно делать вот так, оказывается. Смотрите. Так. Слушайте, а нам костюм зайки-то не выпадает. Он, походу, нам и не выпадет. У нас выпало типа платье, что ли? Ой. Какое-то оно слишком... Слишком... Откровенное. Так, подождите. Нам бы сделать превьюшечку какую-то. Ну как? Как сделать тут освещение непонятное, если честно. Какое-то. Немного. Блин, прикольно, слушайте. Классненько. Так, мы можем в таком теперь ходить делю. Блин, а двери простреливаются. Это очень здорово, ребята. Мы можем сейчас пойти и еще какую-нибудь дверь прострелить. Какая у нас там дверь была без кода-то с вами? Закрыта-то была какая? Пошлите искать. А вот какая-то черная дверь у нас, которая не открывалась. Ну-ка, железные двери открываются таким образом. Давайте попробуем. Ага, Ферос Нанос. А деревянную где я видел? Вот я хочу деревянную эту же найти. Я бы сейчас попробовал по сюжету проломить ей дверь сразу, но... Вот эту вот дверь мы пытались, да? А если с револьвера по ней стрельнуть? Деревика побольше же урона по-любому. Нет, я так понял, она не хочет, да, нам поддаваться? Ладушки, блин. Хорошо. Пусть так и будет. Вам сейчас обратно подниматься, это будет жопа полная. Давайте по контейнеру, наверное, поднимусь. Так, ребята, я нашел дверь деревянную, которую, про которую я говорил. Она была заперта, но тут тоже, по-моему, никакого ключа нет. О, май гад. Ну и одежда, конечно. А нам YouTube как бы не это. Что вообще скажет за такие дела? Я даже не знаю. Подождите, нам бы как-то, знаете... Я уже тут фотографии капец наделал на эти превьюшки. Какую-то бы нам... Не, мне кажется, в платье было прикольнее, ладно. Я бы хотел еще дойти сейчас до туда, где мы с вами открыли... Где у нас типа комнаты своей, да? Где мы можем менять одежду и скидывать ее домой. Просто там прикол, знаете, в чем? Прикол. Прикол в чем прикол? Прикол в том, что можно еще внешность персонажа же менять, волосы менять, вот это все оказывается. А я что-то пропустил этот момент и не заметил, что там вкладки есть. Хочу сейчас найти эту комнату и поменять. Я какую-то флешку нашел вот здесь. Но он что-то там какой-то... Японец что-то говорит. Что-то говорит, что-то кричит, непонятно. Капец, я уже устал тут бродить, если честно. А, вот у зеркала, наверное, можно. Раз, смотрите, мы можем менять цвет волос. Ну, так-то можно ставить черный. Вот, смотрите, мы можем даже лицо делать, да? Талию можно делать. Блин, ну сильно худая талия, это тоже как-то не очень. Юля что-то говорит про сиськи.
Вот смотрите, у нее волосы какие можно делать. Хвост можно. Такие или такие. Да, мне кажется, вот такие коры прикольные. Короткие, что-то как-то не очень. Уа! Орёт там дурак. А, ну и вроде все. Вот! Такая вот уже превьюшка поинтересней. Хотя... Ну, где-то посередине оставим, нормально. Так, чё? Чё? Ну, чё я могу сказать? Ну, ничего. Всё. Волос мало выбора. Мало выбора волос. Идем искать выход дальше. Итак, друзья. 4-0. А, нет. В смысле? Не понял. А как так? Я просто сейчас смотрел дядечку, у него был пароль 4-0, прикиньте. А почему так? А2 Data Room. А2 Data Room. Блин, где взять пароль, чертов? Меня уже весь мозг сломал, на самом деле, реально. Так, друзья, сейчас попробую дойти до сохранялки, сохраниться и загрузить, потому что у меня какой-то баг, мне кажется. Я типа сейчас... Посмотрел у каких-то зарубежных ребят, у них у всех пароль 4-0. А когда я его ввожу, у меня не срабатывает пароль. Я такой, типа, что? Я не понимаю, почему у меня так, а у них так. У меня не работает, у них все работает. Как это работает? Как это работает? Почему это не работает? Я не понимаю. Я не знаю. Я отправляюсь сохраняться прямо сейчас. Так, друзья... Нашел я кровать, немного, правда, в другом месте. Сохранился, загрузился я, но все равно не работает. Я не понимаю, что нужно делать, как. Я уже во все замки пострелял, какие только бывают. У меня ничего вообще не открывается. И это очень печально. Тут, наверное, патроны надо так-то экономить в этой игре, а не вот так вот их раскидывать. Ладно, буду искать тогда, где люди посмотрели этот пароль. Я просто не понимаю, листаю до этого момента. И у всех 4-0, а у меня не 4-0. Я, видимо, какой-то особенный или что, я не понимаю. Пойду искать дальше пароль. Я, походу, понял, ребята. Я, походу, понял, почему мне писали комментарии, типа, иди к компьютеру. Потому что очень важная штука у компьютера. Там будет пароль. Только не у этого компьютера, нужно подойти к другому компьютеру, который в офисе, поняли? Чё? Который мы с вами в офисе открывали. Так, а офис у нас где? Пойду я к офису сейчас. Увидимся с вами у офиса. Буду всю эту беготню пропускать, потому что ее тут уйма. Беготни этой. В общем-то, меня заранее в этот офис направляли, потому что знали, что будет затуп. Вот. Вот. Ресет. Все. 4. Вот. Теперь. Ой. Ой, мальчики. Мальчишечки. Мальчики. Вы что? Вам что-то не нравится, да? Мальчики, ну не надо. Не надо, мальчики. А чего вас так много, мальчики? А, патроны. Чего ты там прыгаешь? Подожди, я сначала с этими разберусь. Теперь с тобой можно. Нет, ты умри. Это я тебе говорю, ты умри еще раз. Нифига он улетел. Еба, тут гора, ребята. Это что такое? Что за куча? Тут, кстати, с них же еще лут падает. Ебам еще насобираем с вами. Какие-то кристаллы, я так понимаю, где-то можно будет продать, наверное, или обменять на какой-то ценный лут. Но вряд ли это какие-то штуки для входа, для какого-то, да, определенной какой-то двери. Не, вряд ли. Во, вот такую надо превьюшку. Да, надо. Надо на фоне кучи зомби. Вот такая превью сойдет. Так, заходим теперь в эту дверь, идем дальше. Наконец-то мы продвигаемся, ребята. Я вообще в шоке. Так, нам в эту дверь так-то вообще, наверное, не надо. Может, тут какой-то где-то лутецкий, слушайте, лежит. Лутецкий, не детский. А сейчас мы уже бежим, наконец-таки, вводить пароль. Ура, 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 ура. 15 раз ура можно даже, наверное, сказать. Так, ну все, я тогда пошел залазить. И мы с вами возле... Двери уже увидимся. Тут, кстати, она с пистолетом не перепрыгивает. У нее, видимо, разгон меньше с пистолетом в руках. Его нужно убирать из рук, держу в курсе. Если кто-то собрался поиграть в данную игрушечку, то его нужно убирать. Все, мы пришли. А я думаю, что у меня пароль другой? Почему?
А его нужно было типа как-то активировать, что ли, через компьютер? Да, тут вовсе не девушка, а такая зомбятинка. Заманивает нас стонами своими. Типа, я такая вся несчастная, я такая вся бедная. Ну-ка, выходи давай, где ты там? Чё ты? Ну чё ты там? Не, ну если голову поменять, то будет, в принципе, ничего. А так-то... Ой, ты чё, ещё плюёшься, что ли? Я тебя плюну сейчас. А я? Такая крутая девка, вообще не могу. Мы такой крутой девкой с вами играем. Вот он и ключ, который нам нужен был, ребята. Теперь мы можем и А2 открыть. И то открыть, и это открыть. Из них, кстати, еще алмазики достаются, оказывается. Это у них... У тех, у кого во лбу этот алмаз, его нужно доставать, оказывается, да? Да. Так, во лбу алмаз горит, как говорится. Так, давайте сразу сохранимся, наверное. Наверное. Так, убираем пистолет, чтобы она бегала быстрее. Она еще устает быстро, кстати. Ну как быстро? Не сказать, что прям быстро-быстро, но она устает. Так, нам сейчас нужно с вами куда-то попасть на лестницу. И нам надо по этой лестнице подняться и... Ну, короче, надо искать вот эти вот комнаты, которые вот этим вот ключом открываются. Вот эти вот комнаты вот этим вот ключом. Так, ну я отправляюсь тогда искать. Так, друзья, вот она, эта самая лестница, она так интересно поднимается. Так, мы заходим вот сюда, и у нас еще где-то такая же одна комната будет. Которую нам нужно будет открыть. Чё, это что было? Они гранату? Нифига у меня, она же схватилась, бедненькая, за животик. Ну-ка давай, хиляйся. Зомби гранаты, что ли, кидают? Я не могу понять. Нынче какие-то зомби умные стали. Ой, это мина. Господи, у меня один хп. А что вот это вот у меня 4 штучки? Мы потом испытаем это, попробуем вместо хилки, да? Юзануть. Ни хрена себе меня кацануло. Я вижу еще какой-то жесткий диск наверху. Вот так он берется. Почему-то нужно вниз направить. Его! Ладно. Теперь мы знаем, что там у нас есть с вами бомбы. А что это Ретри? Сейчас хоп, игра заново, прикиньте. С нуля. А, ну все, я понял. Так, тогда я сейчас двигаю туда, быстро, смело, и мы сейчас с вами там же увидимся. Только будем, наверное, стрелять по минам как-то, я хз. Наверное, будем по ним просто стрелять сдалека. Так, ну, ребята, раз вам эта игра зашла, то мы сейчас с вами еще чуть-чуть поиграем. Чтобы... Ой, не на F тут надо. Бам, минус зомби. Туда его, мальчишку. Так, подождите, а что у нас тут есть еще? Давайте сразу же пройдемся, чтобы нам потом... Чтобы нам не пропустить все это дело. Вот она дверь, которая была закрыта с той стороны. Получается. Ага. Так, тут у нас ничего нет, патронов нету. Да ты иди, ты дверь, блин. Зачем ты ее на себя открываешь, если ты возле нее стоишь? Ты же видишь, что она может открыться в другую сторону. Так открой в другую. В чем проблема? Я не понимаю. Так. Ну давайте куда-то сейчас с вами зайдем. Наверное. Ага. Так, у нас тут мина, да? Вот так вот можно с минами делать. Так, и тут, смотрите, у нас снова небольшая загадка. Нам нужно найти какой-то пароль. Ну-ка, может быть, вот сюда снова нужно зайти. Теперь-то мы знаем. Надо посматривать цифры, мне кажется, вот в этих сообщениях. Возможно, тут какие-то будут цифры, и это будет пароль. Но сейчас их нет. Так, ага, это патроны. Коробка с патронами, да? Тихо. Вы что, мальчишки? Ой, девчонки! Привет, девчонки! А вы что? Теперь такие часто нам будут попадаться, типа? Кстати, надо с них слутывать, не забывать. С них лут падает. Я с самого начала не лутал. Блин, нам нужен какой-то пароль вот отсюда. Слушайте, где его взять? По-любому он где-то рядом. Он где-то написан. Я просто не вижу.
Если вы уже видели прохождение по этой игре, то не злитесь, что я туплю, я просто туплю. Бывает. Я просто не понимаю, где... Это где-то же по-любому, по-простому все, да? Должен быть где-то написан. А может быть, слушайте... Может быть, сейчас мне еще рано его открывать. Может быть, позже мы этот пароль найдем. Мы на первом этаже с вами комнату не открыли. Это очень такая ценная комната была, как бы. Вот это вот было жаль, что мы не открыли. Какие-то зомби где-то вякают что-то. Так, эта дверь не откроется вот так вот. Я столько патронов уже на эти двери потратил, что капец. Мне кажется, тогда нам нужно куда-то по лестнице, я хз. Блин, мы с вами не открыли ту дверь. Тут, кстати, вот тоже где вот взять пароль, да? Тут вроде ничего не написано. Rage Fit. Mercury Christmas. Новый год, да? Где взять пароль? Может, он где-то внутри написан, слушайте. Как вариант, да? А вдруг он внутри, в натуре? Нифига нету пароля. Не понимаю немножко. Тю, ну сдвинулись мы с вами с места, ребята. Давайте так с вами договоримся, что... Лайк, подписочка, комментарий. И больше я от вас ничего не прошу. Подписываться не обязательно, если вы не любите прохождение игр, смотри. Потому что у нас игры разные на канале. У нас канал не по одной игре. А, кстати, вот. Вот мы сейчас с вами нашли комнату. Ну давайте мы ее уже с вами откроем на следующей серии. Вот. Не забывайте, ребята, пожалуйста, про актив. Актив очень нужен. Канал новый, канал нужно расшевеливать. Большое вам спасибо за поддержку. Давайте всем покедова тогда. Всем до завтрачка. Видео каждый день в 17 по Москве. Не забывайте приходить и заглядывать на каналчик, смотреть видео. А если подпишетесь, у вас будут в рекомендациях мои видео высвечиваться. И вы будете знать всегда о том, что вышло видео и о чем оно. Захотите, посмотрите. Не нравится игра, можете не смотреть, допустим. Вот. Подписочка, это очень важно.